Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы разберем небольшую и очень красивую балладу для Аделины. Сначала послушайте, как я вам сыграю ее сначала до конца. Приступим к разбору. Баллада написана в очень удобной тональности, до мажор, знаков приключений нет. И мы рассмотрим сначала первые два такта, первый небольшой кусочек. Нотка до, которая написана штилем вниз, это играет левая рука. Приключи у нас 4 четверти, значит, мы будем считать до 4. В правой руке, что нотки штилем вверх, это нотки короткие, это нотки восьмые. Так, рассмотрим эти нотки, которые в правой руке. Это нотка соль, где 3 черные клавиши, потом нотка до. Слева от двух черных клавиш нотка ми. Потом идет в следующей фразочке это соль, до, ре рядышком. И в следующем такте эти нотки повторяться будут соль, до, ми и соль, до, ре. В левой руке я уже говорила, это нотка до. Берем нотку до. И как бы на ее фоне мы играем нотки в правой руке. Соль, до, ми. Снова берем нотку до. И на ее фоне играем соль, до, ре. Если кто-то знаком с педалью, то может взять на один такт педаль. Можно на полтакта, можно на один такт. Вот так это прозвучит. Следующая фраза у нас следующая. Значит, левая рука здесь уже появляется. Аккомпанемент. Аккомпанемент восьмыми нотками. В руке начинается мелодия. Мелодия начинается с нотки ми во второй октаве. Здесь только нотка ми, но нужно ее посчитать, эту нотку ми. Сначала ми четверть, ее мы будем считать раз, и следующая нотка половинка ми, ее мы будем считать два и три и. И следующие нотки, восьмые нотки ми, это 4 и. И вот здесь вот переходит нотка ми в нотку фа. Их нужно соединить, как бы перейти в нее, эту нотку ми, фа.
И следующий такт, он весь будет состоять из нотки фа. А по ритму будет то же самое, что в этом такте, где нотка ми. Фа, раз, и два, и три, и четыре, и... Замечательно. А теперь мы рассмотрим левую руку. Левая рука несложная. В первом такте этого кусочка до, ми, соль, ми. До. А до выстроим трезвучие через нотку до, ми, соль. Оно и будет нашим аккомпанементом. Это трезвучие. Если сложно вам играть арпеджио, как в данном случае, то есть последовательно нотки друг за другом, вы можете просто взять этот аккорд и сыграть его. Но только уже нужно будет посчитать правильно правую руку, потому что левая у вас как бы просто стоит. Да? Раз, и два, и три, и четыре, и... Раз. Вот здесь вот меняется левая рука. До, фа, ля. До, фа, ля. Фа через две нотки от до и ля нотка через одну нотку от нотки фа. Пальчики тоже посмотрите. Пятый, второй, первый. А здесь был пятый, третий, первый. Если вы будете играть... Если левую руку мы будем играть все-таки... восьмыми нотками, как положено. Что у нас получается? Мы берем нотку ми в правой руке, нотку до в левой руке и считаем. Играем ровно восьмые. Первые, допустим, первые восьмые две. Раз, и. Потом нотка соль, это два, да? А здесь нотка ми. Их нужно вместе сыграть. Два, и три, и... Опять на нотку соль. Четыре. И. Нотка до в левый. Это следующий такт этого кусочка и нотка фа. Здесь. А, тем более здесь все мы играем. Все связано. В левой руке мы все играем легато. А, второй такт этого кусочка. Здесь фа, а здесь до. Раз. И. Два, и держим фа, три, и четыре, и. Когда вы будете еще раз, разучив все эти правую и левую отдельно, когда вы будете еще раз соединять, вы сначала соединили медленно, чтобы у вас руки запомнили свое положение, что когда они играют. Потом вы уже... Когда вы уже много раз сыграли, старайтесь выделять мелодию. Она должна играть громче, чем аккомпанемент. То есть аккомпанемент, левая рука, он на полтона тише играет, чем правая рука. Старайтесь играть вот эту мелодию мягко, очень мягко, чтобы лился звук. Обратите внимание на руку. Если вы будете играть жестко, то и мелодия у вас будет жесткая. А если вы будете мягкой рукой играть, то и мелодия ваша будет литься. Обязательно запястьем вот такие движения, как бы дыхание. Ми, 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 фа, 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 фа. Следующий кусочек. Следующий кусочек. В правой руке соль. Считаем также ее. Раз, и, два, и,
три и четыре и раз. Мелодия уходит в нотку ми. Половинку раз и два и. В левой руке си, си, ре, соль. Си, ре, соль находим, нашли нотки. Теперь мы их просто си, ре, соль, ре, си. Ре повторяется. Повторяется второй такт у нас до ми соль. А потом идет ля, фа, соль, ми. Отдельно, конечно, левую получим. Си, ре, соль, ре, си, ре, соль, ре, до, ми, соль, ми, ля, фа, соль, ми. Хорошо, молодцы. И теперь потихонечку соединяем. Соединять, конечно, это самое сложное. Раз и два. Следим за соль, мы ее не должны снять. Три и раз и два и три. Снять правую. Хорошо, отлично. Еще раз повторяем чуть живее. И три и четыре и раз. Заметьте, что вот этот вот, допустим, фразочку соль, ля, ми, я руку не снимаю, я достаю все пальчиками. Это называется легато. То есть как бы нотка поет и перетекает в следующую нотку. Соль, ля, ми. Сняли правую. А если вы поиграете с педалью, то, конечно, это будет еще красивее. Следующий кусочек 4 такта полностью повторяется. Вот здесь только в конце этой фразы у нас мелодия в левой руке идет наверх. Фа, ля, соль, си. И следующий кусочек. В третьей такте, в третьей, первая октава, вторая, в третьей октаве мелодия. Если вы не знаете эти нотки, до ми, третьей октавы, потом идет си, ре, терция и ля, до. Они играются одновременно, пятым, третьим пальцем. Просто найдите пока их и просто найти их. До ми, си, ре, ля, до. Нашли, да? Замечательно. А теперь мы их посмотрим, что же за длительности, какие пальцы. Пятый, третий, четвертый, второй, третий, первый. Очень удобно написано. Вообще они играются как бы слитно, легато. Та-та-та, слитно. И, в принципе, пальцами это можно все сделать, потому что удобно написано. Так, посчитаем их. Раз, пауза восьмая. Раз, и, два, и. Три, следующая пауза. И там уже ниже спускаемся, как раз соль си идет. Пятый, третий, четвертый, второй, третий, первый. Тоже такие же пальцы. Нотки соль си, фа, ля, ми, соль. И по ритму они такие же. То есть три, пауза, четыре, и, четыре, и. Раз, пришли на фа, ля. Раз и четверть, два и пауза. И соль, ми, три и четыре.
И. Левая рука. Левая рука, левая рука. Ля, до, ми. Ми, соль, си. Ми, до. Так, ля, до, ми ищем. Это у нас первая октава. Ля, до через нотку, ми через нотку. Посчитаем их. Раз и два и пятый, третий, первый. Так, четвертый. Так, дальше у нас ми, соль, си. Ми. Это где, значит, две черные клавиши с правой стороны. Ми, соль, си. Так, пятый, третий, первый тоже через нотку ми, соль и си через нотку от ми. То есть всегда мы выстраиваем аккорд снизу. Если мы взяли ля, мы его снизу выстроили, то есть ля до ми. Ми, соль, си тоже снизу выстроили, ми, соль, си. Теперь смотрим длительность. Раз и два и четверть. Раз и два и. Только здесь будет три и четыре и. В такте 4 четверти. Когда вы выучили отдельно каждую руку, вы можете соединять раз и... Вот раз, у нас в правой руке ничего нет, потому что там пауза восьмая, раз. А вот на и у нас пойдет здесь интервал терция. Вот эти нотки до ми. А здесь будет нотка до. Раз. Соль, си, а здесь нотка соль. Си держим, а на нее играем две нотки. То есть две. Четыре и у нас будет. И мы пришли к нотке фа ля. Раз, и здесь у нас фа. А, так, все, соединим еще раз. И добавим педали тоже в конце. Раз, это самая кульминация нашей. Наши пьесы. Раз. 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 И снять руку. Два. И три. И четыре. И. Что здесь в левой руке? Фа. Во втором такте этого кусочка. Фа. Ля. До. Ля. Нашли фа. Слева от трех черных клавиш и от него выстроили трезвучие через нотку ля, через нотку до. Потом вернулись к ля и рядышком соль нотка. От нее выстроили наше тоже трезвучие си, ре через нотку. И сыграли это трезвучие, разложили его фа, ля, до, ля, соль, ре, си, ой, соль, си. Ре, си. Замечательно. Дальше идет басовый ключ. То есть мелодия спускается вниз. То есть она у нас была ля, ми. И то же самое повторяется октавой ниже. Здесь только в правой руке идет фа-соль, а не ми-соль, как выше предыдущем такте кусочка повторяющегося. И в левой руке просто набирается четырехзвучие, арпеджио, так сказать, соль. От него выстраиваем через нотку си, четвертый палец, ре через нотку, фа, потом соль в правой руке через нотку. То есть такое же самое соль, си, ре, фа. И через октаву то же самое в правой. Соль, си, ре, фа. Первый, второй, третий, четвертый. Все подряд пальцы. И доходим до нотки соль. Верхушка, да? Ее даже можно подержать долго-долго. И вот эти аккорды, и вот эти четырехзвучия мы все берем. Педали держим. Послушаем всю эту гармонию красивую. И дальше как сначала.
Вот, только другой кусочек у нас появился в конце. В конце. Вот эти последние три такта. Рассмотрим их. Ми, половинка, раз, и, два, и. Рядышком с ней сняли ручку. Фа, до. Через две нотки. Фа, до. Потом соль, ре, вниз. Идет мелодия как бы такими скачками. Фа, до, соль, ре. И рядышком ми. Тоже половинка опять. То есть повторяется два такта одинаковых. Раз и два и. Три и четыре и. Раз и. В левой руке до ми соль. До мажорное трезвучие. До ми соль. На ми играем. Раз и. Два и. Три и. Четыре и. Раз и, два, и, три, и, четыре, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и все, вы молодцы, досмотрели до конца, спасибо вам большое, приятного вам обучения этой прекрасной мелодии.